Здравствуйте, рад приветствовать вас на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре встраиваемая посудомоечная машина Haier HDWE11194RU. Как всегда, подборку ссылок на магазины с выгодными ценами найдете в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. После просмотра предлагаю обсудить модель в комментариях. Также можете задавать свои вопросы и не забудьте поддержать канал лайками. Встраиваемая посудомоечная машина с корпусом, ширина которого составляет 45 см. Она не занимает много места, и при этом в нее одновременно можно загрузить до 11 стандартных комплектов. Сенсорная панель и LED-дисплей дают возможность быстро установить необходимые настройки и проконтролировать все изменения. Современный подход к организации внутреннего пространства в посудомоечной машине. Третья выдвижная корзина удобна для размещения столовых приборов и позволяет эффективнее использовать основные корзины для посуды. Средняя корзина легко переставляется по высоте. Это позволяет на 100% использовать возможности посудомоечной машины. Мыть тарелки большого диаметра, высокие бокалы, чашки и другую нестандартную посуду. Трехцветная индикация работы встраиваемой посудомоечной машины на полу – синий цвет мытье, зеленый ополаскивание, красный сушка. В любой момент ясно, на какой стадии процесс. При использовании интенсивной программы температура мойки достигает 70 градусов. Такой интенсивный режим и увеличение времени мойки обеспечивают эффективную дезинфекцию посуды. Постоянное использование этой программы повышает уровень гигиены. В посудомоечную машину помещается много посуды. Можно накопить ее в течение дня или помыть сразу все после семейного торжества или вечеринки с друзьями. Отложенный старт. Этот параметр позволяет отложить начало цикла мытья на период до 12 часов. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, и сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Иногда остаются недомытые некоторые ложки или вилки на верхнем лотке. Оставляет разводы на стеклянной посуде. Посуда не сухая полностью, немного влажная. В инструкции не указано, как включить дополнительные функции. Теперь перейдем к положительным. Посуда отмывается полностью. По звуку, как все, ни громче, ни тише. Удобный третий уровень для ложек-вилок. Удобный луч на полу. Отлично отмывает и сушит посуду. Очень удобная по эргономике, внутри все складывается. Есть все нужные программы, приемлемая цена. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».